Всем привет, с вами снова Леба Квалкан. И сегодня смотрю другу поединок, который пройдет 14 сентября. А именно, бой уже Бавайаном Аватага и Дилиаго Вопиша. Шанс на выигрыш играть здесь 50 на 50, но я думаю, что Аватага одержит победу воздеянным разрешением судей. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого поединка, кто по вашему мнению победит и каким методом. Также прошу вас поддержать это видео лайком или дизлайком, написать комментарий и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ведь все это очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала. Ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. А мы начинаем нашу трансляцию. И первым в октагон выходит Дилиаго Вопиш. 31 бой, 25 побед, 10 нокаутов, 12 приемов и 6 положений. Is truly unbelievable. He always has the frame. The moment you start to press into him, he's always underhooking, always looking for the next escape route, but not to get back to the feet. Right. He wants to go from bottom to top. If he's in the top position, you are constantly, constantly in danger. Don't think he can't submit you from the bottom. Right. But his position of choice will always. А вот выходит и его оппонент. Бывает. Т-Сити Аватага. 20 боев, 16 побед, 3 нокаута, 8 приемов, 3 положения и еще один бой признан не состоявшимся. He will look to take those lessons learned in the octagon over the course of four and a half years. And all of them are now in his career as he goes forward. He has the skill, he has the heart, he has the ability, but now you just got to put it all together. Нам показывают небольшую информационную шоу-тку по БНШ. И сейчас будешь Баффер представит нам всех участников данного поединка. Сначала нам представляют Дилиаго. А теперь нам представляют и Бавайана. 15 wins, 3 losses, and 1 no contest. He stands 5 feet 8 inches tall, weighing in at 145 pounds. Fighting out of Los Angeles, California, Brian T. City Ortega! Рефери поединка Херб Дин. Херб Дин draws the assignment here. Первый раунд. Погнали. Пошел Аватага в атаку. Хайкик. Снова попадает Бавайан. Неплохо. Мимо. А вот так точен. Поворка тейкдауна. И она оказывается неудачей. Попадает Дилиаго. А вот так отвечает. Неплохо. Снова точно бываем. Ну и вообще, а в итоге, кстати, уже в освещении. Точно, Дилиаго.
Попытка тейкдауна, она оказывается неудачной. Мимо. Оба выжидают. Мимо. Мимо. Волкик. Карлинич. Точно Дидега. Карлини пошел вход от Вопиша. Снова пытается пошел тейкдаун. А вот тега у него не выходит. Красивый удар в исполнении Вопиша. Лошмен. Мимо. Карлинич. Снова Карлинич. Точно. Дидего. Мимо. Лошмен. Точно, вот уж. Попытка тейкдауна от Алтеги. И вновь неудачная. Неплохо. Лошмен. Лоу-кик. Точно, Вопиш. Хай-кик. Мидл-кик. Точно, снова Вопиш. Кэрлинч. И попытка прилёма от Алтеги. Посмотрим, чем это закончится. И вырывается Дидега. Right into side control here, DC. Biggest difference between half guard and side control. Well, side control to me feels like a little bit less control because now my legs aren't really doing anything anymore. Now I'm controlling you with my upper body. So I've got to be very, very aware. It's still advantageous, but it just seems неплохо. More free-flowing than having something like a half guard. Атакует Лопеш. Accuracy and efficiency with these ground and pound strikes here, and if you're the opponent, you got to intelligently defend or the referee's going to stop him. Got it defense, but you can see him now starting to gain posture and the intensity at which he's throwing these ground strikes. Очень близкий раунд. И еще одна попытка приема от Алтеги сейчас будет. Аккаунт новый, из-за этого подсказки иногда вскакивают. Видимо, таких приемов на этом аккаунте еще не было. Телфит Дидега. И на этом раунд завершен. Первый раунд все-таки минимально за Алтегой. 10-9 бывает заделывают. Probably not in a great place here. We'll see if he can recover and get himself back into this fight. И нам покажут лучшие моменты первого раунда. Just high level. I mean, you would think that we're watching a K1 level kickboxing match opposed to being in the UFC. Both displayed great technical skills, unbelievable striking. И у нас раунд номер 2. Поприветствуем выше друг друга. Мидл кик. Мимо. Лоу кик. Точно Вопиш.
Мимо. Лоу-кик. Отвечает Бывайн. Снова попытка тейкдауна, и она оказывается неудачной. Мимо. Неплохо. Оба выжидают. Мимо. Неплохо. Middle kick. И видно, что тяжко принес этот удар Лопеш. Атакует Артега. И первый нокдаун у нас с вами. Мимо. Неплохо. Middle kick. Еще один. Хай-кик. Хай-кик от Лопеша. Неплохо. Мимо. Попытка тейкдауна. И она оказывается успешной. Откуда? Бывает. И бой возвращается в стойку. Неплохо. Подошел на Лопеш. Вот это бой. Отвечает Диего. Снова точно Лопеш. Падает. А вот так. И пошел Диего на добивание. Мимо. Неплохо. Вашмен. Точно, Диего. Вашмен. Снова Вашмен. Попытка тейкдауна. Но она оказывается неудачной. Вашмен. Неудачный middle kick. Падает снова. А вот так. Неплохо. Точно, Лопеш. Неплохо. Оба выжидают. Точно, Артега. Мимо. Еще один красивый нокдаун в исполнении Лопеша. Снова падает Артега. Добивание от Лопеша. Тело подбываем. Пытается Диего финишировать оппонента. И вышел Артега на болевой, но раунд же вышел, и второй раунд уже Лопеш. Все же лучше равным, все же финальный раунд. 19-19 у нас с вами. И нам покажут лучшие моменты раунда второго.
All right, there's the end of the round. So it was a huge strike to the head that stunned his opponent and nearly got him out of there. Yeah, that was a big moment. A big strike lands, his opponent's on wobbly legs. That is exactly what you want to see as you're walking back to your stool. Your opponent staggering back to his corner and being hopeful that he can get it back together before the start of the И у нас заключительный финальный раунд. Мимо. Мимо. Помахивается Лопеш. А вот так точен. Tonight, and he landed it again there. If his opponent does not change something, he will continue to throw the strike until he makes him stop throwing. Now, неплохо. Карлинч. Вот смен. Падает слово Аутага. Добивание от Лопеша. Тяжко приходит, что бывает, но... Мимо. Мимо. И падает уже Лопеш. Мимо. Снова прочен Дидега. И очередной нокдаун. Добивание от Аутеги. Терпит Лопеш. И попытка прирема от Аутеги. Очередная. Терпит Лопеш. И ему снова удается выбраться. Неплохо. Well, hard to win fights in mixed martial arts from the bottom, but nice work here in that position by T-City, Brian Ortega. Снова занимает выгодную для себя позицию Ортега. Three minutes now to go to decide this one. Неплохо. Well, anytime you are in a ground situation with this fighter, you're potentially playing with fire. The ground and pound has been there all night. He's putting him in exactly the positions he needs to be in right now. He's able to relax here. И снова выходит на плем Брайан. Of so many fights, that as long as he's on top, he's winning. He feels like he's winning here. You gotta recognize that when a guy starts to put his feet on your hips, you gotta move him off, and you gotta cover. You can't be off doing this. This might just be a matter of time. Вот и все. Бой окончен. Атакует Аутага. Нам показывают, как это было. Что ж, посмотрим, как же боль пойдет на самом деле. Alright, let's take a look back at the replay as he gets it done by submission tonight, champ. I mean, you know, this guy has such a great submission game that you cannot lay in his guard. He's so skilled, he's so tricky, and he's so good at weaving a web that gets you lost in it that he made him pay for tonight and got the submission victory. So there he is, your winner by submission. That is a победу прилюбом. В третьем раунде одерживает Брайан Т-Сити Аутага. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 2 minutes, 49 seconds of the third round. Declaring the winner by tap out due to an armbar, Brian T-City Ortega! All right, so what a performance by this young man here tonight as he gets the win by way of submission. He certainly put a lot of stock into getting the finish tonight, and he did just that. Congratulations. It was a very tough fight. But he knew that if he did everything right, he can get to his position, which is the ground, and he would be able to find a finish by submission tonight. He did just that. Статистика поединка. Аутега попал 121 удар из 233. Лопеш 16 из 244. Пасинов 58 из 135. Бываем 44 из 146. Дидяга.
По нокдаунам 2-6. Вопиш нокдаунов не поводим. У Автегива удачная одна попытка из 11. Контроль 2 минуты 39 секунд. Бывает, минута 53 секунды. Дидяга по раундам. Первый удар шоу 3-57. Сильный 21-34. 4 неудачи нокдаун от Автеги. Контроль 48 секунд. Бывает, 57. Дидяга. Второй удар 39-46. Сильный 22-24. Нокдауну 0-5. Одна из 7 попыток тридаунов были успешными у Бавайана, которые 29 секунды автега, 42 вопиш. И третий удар 39-14, сильный 15-7, нокдауна 2-1, тридаунов не было, контроль минута 28 секунд автега, 14 секунд вопиш. И у всех шури счет был 20-17, позже вопиш. Что ж, на этом все. С вами был Black Falcon, и если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ведь все это очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала, ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании, всем спасибо за просмотр, всем пока!